Всем подписчикам привет! Очередная вылазка в лес, в осенний лес, начало сентября. И идет активная заготовка грибов. Маслята, первая волна уже отошла, уже попадаются переросшие грибы. Но наткнулись уже на более поздние грибы, рыжик сосновый. Рыжик сосновый. Что это за грибы такие интересные? Этот гриб относится к грибам высшей категории. То есть он более ценный, чем масленок, подберезовик и прочее. Это пластинчатый гриб, которого ножка немножечко полая, шляпка закругленная и имеет вот такие вот концентрические круги. По ней сок млечный, то есть это гриб млечник, запах чисто сосновый, это рыжик сосновый, вот он у нас близко показываю. Гриб очень интересную историю имеет. На первой парижской выставке Россия экспортировала рыжики в шампанском, то есть в бутылках из-под шампанского, и отправляла на экспорт за соленые грибы. Свой был секрет засола в этих грибов. Только те грибы, которые проходили в бутылочное горлышко из-под шампанского. И стоили они достаточно дорого. Очень дорого. Русские рыжики в шампанском называлось. Грибы. И гриб первой категории. Идет во все виды кулинарной обработки, сушится, сушить смысла нет большого, солится, жарится, варится, в засоле очень крутой аромат, аромат сосны, и хрустит, не теряя цвет, хрустит на зубах. Вот сейчас они только пошли и идут допоздна, потому что растут под слоем хвои. То есть вы найдете один гриб, потом начинаете в этом месте сгребать хвою, и можно найти целое семейство рыжиков. Рыжик сосновый. Очень хороший гриб. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.